Друзья, перед началом просмотра видео подпишитесь, пожалуйста, на наш новый канал. Ссылка на него в описании под этим роликом. Поддержите нас, пожалуйста. Заранее вам спасибо. Сегодня, друзья, к нам пришла очень трагическая новость о нашем любимом российском актере Евгении Миронове. Многие из нас просто рыдают и не могут успокоиться, так как являются большими фанатами и поклонниками этого актера. Об этом еще мало кто знает, но скоро об этом узнает вся Москва. Эта новость очень быстро разлетается по просторам интернета. Сегодня один из российских телеграм-каналов рассказывает нам, что буквально час назад в одну из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен актер Евгений Миронов. Как оказалось, он пострадал на съемочной площадке во время съемок фильма. Что именно с ним случилось, пока неизвестно, но мы следим за развитием событий, как только нам что-то станет известно, мы сразу же расскажем об этом вам. Давайте, друзья, поддержим Евгения Миронова, будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш YouTube канал, нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром вы не пропустили свежий выпуск, который мы приготовили для вас. Будьте с нами, друзья, подписывайтесь на канал и ждите свежих выпусков.